Более 800 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Специально для пациентов, которые проходят лечение на дому, открыли горячую линию по обеспечению лекарствами. Все звонки принимают круглосуточно. Обратиться могут пациенты Подмосковья, проходящие лечение от COVID-19 амбулаторно. В том случае, если медицинский работник не дал лекарственные препараты согласно тактике лечения. Оставить заявку жители могут с 8:00 до 18:30 оператору, а в другие часы автоответчику. В рабочее время диспетчеры свяжутся с заявителями для отработки запросов. Горячую линию открыли по инициативе руководства сети аптек «Мособлмедсервис». Номер телефона вы видите на экране.